Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Объяснена причина аномально теплой погоды в России. Причиной аномально теплой погоды объяснил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Об этом пишет Лента.ру. Синоптик отметил, что это происходит из-за мощной зоны высокого давления. По словам Варакина, она удерживает теплый воздух, что и дает выхолаживание, которое распространяется на территории Урала и Центральной России. Согласно прогнозам, весь холод льет в Канаду, а также на Аляску, где морозы сейчас достигают минус 30 градусов. В гидрометцентре отметили, что температура воздуха в центре европейской части России превысит норму на 7-8 градусов. На этом у меня пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!